Всем привет, ребята! Сегодня я капну каплю меда пчелкам и будем смотреть, как они ее будут кушать. Оп! Пчела зобик каплю меда выпустила и ест. Смотрите, как пчелы едят мед. Свой собственный. Я со шприца им даю. И они его быстро сразу всмактывают своими зобиками. Смотрите, какие интересные пухнастые пчелки. Сбежались на мед, как на водопой. Смотрите, пчелы едят мед. Как они шевелят лапками, своими рожками и клювиком. Вот такие интересные пчелы. Это, ребята, макросъемка. Я наблюдаю за пчелами, как пчелы едят мед. Как они сидят, я еще им капну каплю меда. Посмотрим, как они будут ее есть. Мед закончился, все, пчелы его съели, и давай искать место, где он еще есть. Оп, я им еще меда дал. Они сразу свой клювик опускают в каплю меда и давай есть. Одна пчела села даже на шприц. Какая-то блоха поползла.
Три пчелы ест мед. Пять пчел ест мед. Ох, какие у них усики интересные, гибкие и согнутые под 90 градусов. Пять пчел ест каплю меда. О, еще одна умная приползла. Поверх других залезла и давай есть мед. А ну-ка текай. Thank you.